Привет, друзья! Сегодня мы приглашаем вас в удивительный мир зимних прогулок маленького котенка по имени Степа. Давайте отправимся вместе с ним в его зимние приключения. Знакомьтесь, это Степа, наш маленький герой. Он очень любознателен и полон энергии, особенно зимой. Смотрите, как он прыгает через сугробы и бегает по усеянным снегом полям. Каждая его прогулка – настоящее приключение. Снег – это настоящий рай для любого котенка. Степа находит много увлекательных занятий на заснеженных дорожках и склончиках. Он играет в снежки, пытается поймать падающие снежинки и просто безудержно радуется каждой минуте, проведенной на свежем воздухе. На Степе не хватает только снега. Он также обожает зимние прогулки по лесу. Представьте себе деревья, украшенные серебряной листвой, дорожки затянуты мягкой подушкой снега и воздух пропитан ароматами хвои. Какое прекрасное время для приключений. Смотрите, Степа находит странные следы на заснеженной тропе. Он решает пойти по этим следам и разгадать тайну. По пути он встречает лучшую подругу Жульку. Вместе они следуют и поднимают настроение друг другу. Благодарим вас, что присоединились к нам в этом зимнее путешествие вместе с котенком Степой. Надеемся, что видео вам понравилось и вам захотелось отправиться в свои собственные зимние прогулки. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые увлекательные серии о Степе и его приключениях.